Пасха – это самый великий трепетный праздник, когда на пороге стоит прекрасная весна и несет нам свои радости и надежды. День, когда светится радость в глазах и яркое солнышко шлет свои ласковые лучи на землю. С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть каждое мгновение этого божественного дня наполняет сердце благодатью, лаской и упоением, а радость Христова воскресения побуждает к чистым помыслам и добрым делам. Счастье для души, здоровье для тела, безмятежности для разума. Пусть истинная вера помогает во всех жизненных перипетиях и будет якорем, не дающим сбиться с истинного пути. Христос воскрес!